Всем привет, ребята. 4 февраля 2020 года, Москва. Выпал небольшой снег. Погода минус 2. Нахожусь в Кузьминке. Сейчас поеду на Павелецкую. Волгоградский проспект. Маршрут. Электровоз поехал из депо Вилецкий вокзал цепляться составом. Идет у нас небольшой снег, как видите, припорошил немножко землю. Понравилось видео, подписываемся на канал, ставим лайки, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и до скорого, увидимся, всем удачи, всем пока. Ох, ветер как поднимает снег. Там Павелецкий вокзал.